Друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас есть две хорошие новости. Первая новость – это то, что мы спустя годы наконец-то получили ПСМ. Теперь у нас на всю нашу технику есть паспорт самоходной машины. То есть это значит то, что теперь можно, если у вас имеется ПСМ, можно ставить нашу технику на учет в Гостехнадзор, ездить спокойно по дорогам, работать по городу. Естественно, если у вас есть соответствующие права на трактор. И вторая новость, исходя из поговорки «Готовь сани с лета», мы решили капитально урезать цены, запустить акцию. По акции у нас Helper 300 Pro остается такая же цена, 1 199 000, и с телескопом 1 340 000. На новую модель Helper 300 с двигателем 20 лошадей у нас цена идет 710 000, с двигателем 30 лошадей цена идет 760 000. На эту же модель со стекленной кабиной у нас цена идет 920 000. То есть за 920 000 вы получаете полноценный погрузчик функциональный, еще и с кабиной, то что зимой это очень хорошо, очень приятно. Ну и наша также новая модель Helper 500, на него цена 1 260 000. Если вы будете заказывать его с экскаваторной навеской сзади, то есть полноценная экскаваторная навеска, кресло поворачивается назад, вы сидите как в петушке или в импортном экскаваторе, джойстиками полноценно управляете, выдвигаются лапы, то есть удобный погрузчик получается, его стоимость 1 560 000. Цены очень приятные. Все эти погрузчики очень классно работают, очень многофункциональные. Работу этих погрузчиков мы снимали, выкладывали на видео. Будем еще снимать по различным навесному оборудованию. И этот погрузчик, как с гидробуром, с щетками, с экскаваторами. В общем, совсем еще будем снимать, выкладывать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди еще много очень интересного. Всем пока!